любишь меня? Конечно! Какие вопросы? Я расплываюсь в улыбке, как дурак, как шоколадка на лобовом окне. Всем доброго утра. Мы проснулись. С Игорем будем работать. Сейчас мама спит. Пасмурно у нас. О, пришел. Киса моя. Смотрите, у меня Сирка. У Игоря Жестрик. Ну, с кулемушки наш. Кулемушка. Игорь разогрел мне картошечку с яичком. Так вкусно. Нямочка. Мы поработали. Но еще продолжаем. Игорь там в своей работе сидит. Вот решили прерваться. Вот. Мама тут нас кормит. Если бы мама не приехала, такое ощущение, что мы бы и не ели. Покормила мама нас. Мы, короче, поделали делишки, работу. Сейчас выдвигаемся. Короче, сняли домик. Едем в домик. Отдыхать, чилить. Вот здесь магазинчик стоит. Да. Да, дискотека. Приехали в МИД. Надо будет чуть закупиться. У нас тут сегодня столько сумок. У нас только корзина вещей. Давай. Значит, надо же все взять. Пойдем, он догонит. Куда мы? Давайте вам сразу сниму, что мы взяли. Так, чипсы. Мороженое. Какое еще мороженое я взяла? Полосатик. Круассаны взяли сейчас перекусить. Салатик, соус. Наргизский. Сухарики мы взяли. Мороженое. Палку. Она показала. Пиво. Кальмары. Рыбку. Морсик. Сыр. Кофе. Сыр какой-то вкусный, сладкий. Багет. Икринку. Полосатик. Пивасик. Соус. Мяско. Игорь взял этот. Стейки из свинины. Что еще? Короче, мы взяли такой тортик. Прикольный будет. Мамин отпуск отмечать с ягодами мохито. Мам, подвинь сюда, пожалуйста. Апельсиновый сок, пивасик. Ой, пивасик. Зелень. Хлеб. Купаты. И мираторг. Свиное мясо и куриное. Вот так. А то я потом не засыпаю. Ну, еще вот лимонадик. Ой. Вот так, короче. Да, все, мы закупились. Да, котик? Все взяли. Воду забыли. Игорь говорит, потом возьмем. Ходит Игорь, экскурсию маме проводит. Хозяин говорит, вы тут уже все знаете. Я говорю, ну да. Короче, у них тут еще фонтанчик такой тут бьет. У них вот этой штуки не было, и стола тут не стояло. Теперь столик стоит, прикольно. Бассейн холодный, кстати. Розочки такие. Бассейн прохладный. Не факт, что мы будем. Не, вообще нельзя. Шматки. У них и в доме, знаешь, какая хорошая мебель. Роза такая. А роза там большая такая, видели? Тут фонтанчик бьет, кстати, что-то выключен. Алекс, смотри, вот. Вот эту, Игорь, смотри, роза. Такая огромная. Вот, смотрите. Большая прям. Офигенная. Елочка. Ну, помните, мы тут уже были, Игорь, вам даже Ром турчик снимал. Они да, да. Все и пахнут. Они брызгают их. Нет. А мне вот это нравится, мама, лейка. Да. Ну да, мне вообще тоже. О, прикольно. А какие-то эти ягоды. Угу. Вот это? Угу. Узенько так. Классно, да? Сказочно. Так ярко. Ага, да классно. Мы сами, когда первый раз сюда приехали, вообще в восторге были. Гальная зона, кухонку показали. Даже помидоры среди цветов. Помидор? Помидоры. Так классно, у них тут то и такие. Тут навес под машину. Это бабушки будут часто? Я хотел бы, допустим, по периметру. Ну и такую аллейку тоже, да, классно сделать? Красиво. А там, знаешь, мам, вечером, когда лампу включаешь, там так красиво. Да. Видел. Все круто. Шишечка. Шоги мягкие эти, типа. А вот тоже мягенькие. Интересно.
Навес тут. О, гирлянда. Классно. Пионы были нам тут, кстати. Тут такое... Вот пионы, как раз. Да, это кресло классное, желтое. И сам домик такой красивый. Решили вот маму тоже свозить. Мама нигде в подобном таком не отдыхала. Ну, только на мой день рождения. Стол классный. Сидишь, кушаешь. Круто, да, что они стол сюда вынесли? Угу. Круто, что стол, да, сюда они принесли? Угу. И вот эти штуки мягкие, в них классно сидеть. Что, пойдемте в дом? Мы, короче, под эмоциями. Мы даже второй раз смотрим, и нам нравится. Там у нас чарка. Лимон. Классно. Короче, они телек больше купили намного. Как кроватка тут уютная. Мы тут будем, а мама, не знаю, она. Он закрыл, но вечно 10-50. Блин, диван я такой хочу. А самое прикольное тут у аквариума зависать. Вообще классно. Ну, рыбки классные. Мне тоже сидела, я говорю, я тоже хочу рыбок. Как это мы еще не купили, Игорь? Тебе повезло. Решили по круассану слопать на улице тут. Вот, и потом все разбирать, этот пакет. Угу. Но попить не... Хотите со мной палпи вкусно? Клёвый дом, да, Зай? Вообще так красиво все сделано. Молодцы. Это мама за отпуск поставляет, да? Красивый такой вообще. Мама говорит, я домой. Мама тут в комнатке будет внизу. Там еще одна есть, еще одна закрытая. Девочки. Уютно тут, да, мам? Мам, покажи комплект какой. Открой. Такой красивый, розовенький. Вообще шелковый. Помнишь, мама, ты говорила, что хочешь? Ортопедическая, смотри. Ой, ну дай-ка. У вас свои. Боже, хоть такой себе. Ну возьми на такой, поспи, попробуй, тебе понравится? Нет, не понравится. Если понравится, купишь такое. Только две нужны, потом я иду наверх, мы там будем спать. Я хочу поспать, мы вообще хотим все поспать. На улицу ее! Кричим, мам, на первом этаже, тут кричу, мам, спишь? Ой, спать охота, честно. Я не выспалась, мы рано встали, чтобы поработать. Дела надо делать. Вот. Сейчас отдохнем. Напишите, как вам такой домик. Хотели бы в таком побывать? Так, мы поспали. Смотрю, мама не спит уже. Во дворе там была. А вон она, беседочка. Закатик тут. Уф. Мама тоже поспала. Вот, говорит, ходила уже по двору. Свет везде повключала. Тут прожектор, они хотят выключиться, ярко светит. Вот такое небо красивое. Селась тут, мороженку сходила, взяла, такую купила. Мам зовут, думаю, будешь? Мам там беседки сидит, удочку сушит. Ой, я тут по работе общалась. Хочется что-то в телефоне позависать. Я 100 лет уже в телефоне не сидела. Говорит, там дрова рубил, носит теперь. Пришли к Игорю. Ну, огонь посмотреть. Себя показать. Я ем кальмар. А ты одну взяла или две? Там уже под спину. А, сейчас еще под спину, да. Ну, если тоже хочешь, атмосферно, у тебя тут тепло. Есть. Как вот в том доме, где мы день рождения были. Как-то еще не верится. А, ты, у тебя послевкусие, да, типа, дышащее? Типа такой...
мамой сидим, зависаем в телефончиках, так вкусно у Игоря тут пахнет. Сейчас еще фоточку хочу сделать. Ну что, мы тут накрываем на стол. У нас тут хлебное плато, салатик, огурцов, помидоров с мамой, которая привезла нам. Вот. Мама сегодня, этот раз нам опять навезла кучу овощей, картохи. Вот. Короче, мяско. Тут и стейки, и кусочками. Игорь себе уже стейк забахцал. Вот. Там у них пивная атмосфера. Вот. Короче, вот так вот у нас тут. Мы в этой, в палатке, мы в беседке сели. Слушайте, гаязовые. Большие. Что, мы ужинаем, да, всем бред. Аппетиту. Жарьте мясо. Золотый. Давай, мама, за то, что ты к нам приехала. Сидим там, болтаем, и говорим, мы там домик показывают, что он там очень классный, по френтику, знаете, такой треугольный. Прикольно, да. Ну, мы рассуждаем, что тут прям очень классная цена за дом вообще. Если везде варьируется стоимость там 10-12 тысяч за сутки дома, особенно летом, а здесь у них получается 6 тысяч в сутки, и доплата уже идет там за людей, за двоих там, и за каждого последующего 10 человек вроде можно вместить. Вот, типа доплата там идет 1000 рублей. Это, конечно, вообще очень классная цена. 6 и 12, представьте. Вот. Так, можешь на сутки снять, а так на двое. И тут все есть. И дом классный. Мы вот с мамой тоже ходим, смотрим. Хорошая мебель, все качественно, понимаете? Даже вот в декоре техника, везде. Вообще. Техника, плитка, то есть отделка вся, ну, типа, не дешман. Люди вот даже, ну, вот мы даже сидим сейчас, рассуждаем в беседке. Вот, смотрите. Просто занавески идут с бахромой, с подвесками. То есть даже вот эта мелочь, она же тоже деньги стоит. Круто, да, Кать? Молодцы люди, конечно. Посуда, то есть видно, что прям не просто там как-то в магните вот, купили дешевую. Прям два шага там. Сидим в посадочке, в беседочке, болтаем. У нас тут такой центр, старые радио играют, вообще прикольно. Гирлянды, цветы. Да. Круто. Нет, без пяти. А так прикольно было, песня играет на часах. Мы сидим тут в беседочке, болтаем. Мы такие обсуждаем, что нет ни комаров, ни мошек вообще. Благодать. Ни мух, да. Идеальная погода. Такой ветерочек еще. Мы под пледами с мамой укутались. И типа и не жарко, и не холодно. Короче, мы насиделись. Так, стойте, камера, подруг. Мы насиделись, опять сели. Мы, короче, насиделись, там все убрали, пришли сюда. И что-то нас уморился. Пошел лежать, отдыхать. Вот, а мы это... Сели с мамой кофе попить. Чая не нашли. Хорошо, что кофе купили. Вот, режем тортик. Очень вкусный тортик прям получился. Получился, как мы сами делали. Вот, короче, красотень такая вот. Блюдце еще нашли. Сейчас я как наложу, как цари. Ну да, он разваливается сразу. Правда, есть такое. Бронежиле мне нравится, что мы продали. Да, кстати. Точно, что. Вот, короче, мы чаевничаем. Ходим и ржем с мамой. Любим поржать. Крыльечки. Короче, мама сказала, чай пыталась, посуду нашли, ящик никак не закрывается, мама спалились, что лазить. Ну, просто тут все так нелогично, вот вы думали бы, что там посуда? Мы не думали, оказывается, там все было, а мы чашки искали. Короче, ну, уже стали чай искать где-нибудь, короче, шкаф никак не закрывается. Мама, когда пусть так будет? Может, Игорь закроет утром? Бывает. Мы пришли теперь на рыбок посмотреть, Игорь, говорю, мы пока дойдем по всем комнатам. Классно. А вот это, да? Зеленый. А вот тут, кстати, с усами, как будто сом. А вон, видишь, крабик? Вон он. Где? Вот оранжевый. Вот он. Где кусты. Прикольно. Такой маленький. И вон. Да, да.
И там еще. Коленький. Вот. Как мы с мамой ржем, а она просто не видит. Я говорю, это как креветка. Она ржет. Ну, он правда как креветка выглядит. Ты сначала сказала крабик. А крабик для волос. Хорошие такие, миленькие. Думаю, что мы их кормить пришли. Да? Знаешь, как они тот раз мы кормили, они так реагируют. Ну, гадость. На креветки. О, может, я сейчас сильно увеличила теперь, мам? Нет, Жень, почему они? А что они гоняют? Смотри, они их гоняют. Зачем они нужны? Я не знаю, может, это так положено. Кошмар. Они такие маленькие. Смотри, вон там ветки, на ветке проволока. Блин, они что, такие додельные? Даже вот этих маленьких покупали? Ну, верно, они, наверное, дороже, чем эти все. Мама, им сучили, сказали, вы вырастут лагустины вот такие. Как вам сказали, что попугай будет разговаривать? Жень, они как развели. Они как блохи. Мама, их развели. Не, ну же, а это что за херня? Где? А, ну, это вот улитки. И вот, да? Угу. Мам, ну вот очки давно пора было одеть. Ты хоть так увидела. Фокус. Ой, ну угар, это блин, такой факел. Нельзя показывать, но я вот хочу. Он их выловит. Ну он скажет, я хочу аквариум. Он же давно хотел, я хочу аквариум. Да, у папы даже идея была в стену врезать. Нам даже нравилась такая идея, его маме нет. Не, потому что маме нахомыть. Ну, тихо, тихо. Фокус на нем. Привет, братан. Такие смешные. Мы с рыбками насиделись, пришли телек смотреть. Тут такой он огромный вообще просто. Сейчас я широкий угол вам включу. Не, на широком так не видно. Ну, короче, вот моя рука и вот телек огромный. С мамой тут увалились на полу, Игорь там лежит. Вот, мы тут все постелили подушечки. Вот тут, видите, у нас КП. Ну, не видно? Не видно. Сидим. Так, ну что, мы посмотрели ЧБД, с мамой ржали просто нереально. У нас уже очень много времени, вот так вот будем ложиться спать. Всем спокойной ночи, ребят, всем пока-пока. Смотрели с Киркоровым, кстати, выпуск.